Сложная пожарная обстановка в нескольких российских регионах. За сутки, как сообщили в авиалесоохране, площадь горящих лесов увеличилась более чем на 20 тысяч гектаров, примерно до 70 тысяч. Особенно сложная обстановка в Якутии, там введен режим чрезвычайной ситуации. Зафиксировано почти 20 крупных очагов, практически все в труднодоступной местности. За сутки с четырьмя удалось справиться. Непростая ситуация и в Красноярском крае. Мощный пожар бушует в том числе в Тунгусском заповеднике. Там огнем охвачено уже 10 тысяч гектаров. По всей стране к тушению лесных пожаров привлечены более 2000 человек и 200 с лишним единиц техники. Особый противопожарный режим введен более чем в половине регионов.